Новая машина скорой помощи появилась в селе Баклуши Павловского района. Офис врача общей практики теперь на колесах. Автомобиль будет обслуживать жители 3 сел, это больше 1000 человек. И при необходимости доставлять пациентов в районную больницу. Расстояние до нее 18 километров. Из удаленности населенного пункта в Баклуши по региональной госпрограмме развития здравоохранения и закупили УАЗ. Ключи от него вручили водителю Геннадию Скотникову. Прежний внедорожник уже отслужил свой срок и часто ломался. Новая скорая помощь не единственная радость у павловских медиков. На текущий момент у нас сформировано много программ, в которые включены также и Павловский район, и по приобретению автомобилей, по ремонту вашего поликлинического отделения, по приобретению медицинского оборудования. Вот, поэтому, я думаю, общими усилиями мы сможем достичь тех целей, которые поставил нам президент Российской Федерации, наше правительство региональное. Инициатива приобретения нового автомобиля принадлежит местным жителям. Сельчане из Баклуши и Муратовки пришли на прием к сенатору Российской Федерации Айрату Гибадинову, где и заявили о необходимости заменить скорую помощь. К делу подключились депутаты от фракции КПРФ в законодательном собрании. И таким образом удалось включить удаленные населенные пункты в региональную госпрограмму. Всеми усилиями, но тут больше, наверное, надо сказать то, что молодцы жители, которые активно достучались, да, до этой проблемы. И благодаря поддержке губернатора Алексея Юрьевича Русских, да, мы получили вот этот автомобиль и смогли приобрести, и я думаю, он будет работать на пользу жителей вашего поселения. Кроме торжественного момента со скорой помощью состоялся еще один. От Совета Федерации Айрат Гибадинов вручил благодарственное письмо фельдшеру Павловской районной больницы Эльмире Фетхулиной за многолетний добросовестный труд и большой вклад в борьбу с COVID-19. Пользуясь случаем, жители Баклуш поблагодарили депутатов от партии КПРФ за помощь в установке контейнеров для сбора мусора.